Всем привет! В этом видео я покажу, как снимать видео с экрана монитора, а также делать видеоролики из разных игр. Для этого нам понадобится программка, которая называется Bandicam. Вот она, вот эта программка у меня. Вот она. Чтобы скачать надежную программку, не из какого-то там левого сайта, для начала скачиваем вот эту вот программу, которая называется Install Pack. Ссылку для скачивания этого, ну, этой программки, Installpack, я оставлю после, ну, внизу этого видео. Вот. После того, как скачаете эту программку, открываем ее. Вообще такая программа нормальная. Тут вообще все-все есть. То есть можно вот тут вот смотреть безопасность, интернет, драйвер, офис тут. Все. Сразу открывается вон топ 100. Листаем вниз, ищем Bandicam. Вот он. Ставим галочку сюда. Все, вот она. Потом затем нажимаем далее и устанавливаем эту программку. После того, как она установится, запускаем ее и начинаем настраивать ее. То есть, чтобы снимать с экрана монитора, нажимаем вот сюда на мониторчик. Вот. И здесь вот выбираем захват видео. Ну, обычно я выбираю вот эту посерединке. Вот, убираешь дисплей. Вот. То есть, и снимает полностью монитор. Если же вы хотите делать видеоролики из игрушек, то нажимаем вот сюда на джойстик. И после этого, к примеру, настраиваем вот основные настройки, да, там. Так, сейчас. Вот, видео, да. Вот, старт, стоп. Вот я сделал, ну, 0 у меня, это старт, стоп. Пауза у меня 5, к примеру. Ну, там делайте себе сами, как вам надо, по усмотрению. Ну, видео я настраиваю вот примерно вот так вот, как бы. А лучше всего выбираем здесь шаблоны. Я вот как бы для YouTube, то есть шаблон вот этот, то есть он сам настраивается. Все, после этого у вас будет, ну, как бы вы будете снимать видеоролики с экрана монитора, с игр. Если мое видео вам помогло, и вы наконец-то научились снимать видеоролики с экрана мониторов и с игр своих любимых, то подписываемся на канал, ставим лайки. Всем счастливо, до свидания.